сто лет тебя не видела. Ты куда пропала? Как после университета выскочила замуж, так и с концами. Все девчонки из группы тебе завидовали. Да что там из группы? С курса. Такого парня себе отхватила. И красавец, и с машиной, и с квартирой. Ну да, ну да. И с мамой. Ну, рассказывай. Раньше у нас с тобой секретов друг от друга не было. Выглядишь, кстати, превосходно. Не преувеличивай. Ты тоже хорошо выглядишь. А влюблена, может? Ой, я всегда влюблена. Это мое перманентное состояние. А у тебя до чего глазки невеселые? Что случилось? Да, нечему радоваться. Так все хорошо, что аж тошно. Не поняла, что за шуточки? Ты молодая, красивая. Одни вон сережки чего стоят? Подарок мужа? Да нет. Это свекровь на день рождения озолотила. А мне бы, знаешь, не сережки эти, а глоток свежего воздуха. Не поняла, что ты имеешь в виду? Проблема взаимоотношений со свекровью, она стара как мир. Если проследить жизнь любых поколений, мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами. Очень часто мамы любят своих сыновей, подспудно понимают, что вроде бы наступает момент, когда мальчик вырос, и ему пора жениться, и часть свекрови с этим соглашается, смиряется, но тайные такие непонятные подводные взаимоотношения невестки и свекрови, злободневные, увы, увы. Маша замужем третий год. Живут у свекрови в трехкомнатной квартире. Платон, муж Маши, единственный сын Эльвиры Васильевны. Она растила его одна. В первый год супружеской жизни все отношения со свекровью ладились. Вроде милая женщина. Маша, конечно, замечала за ней странности. Все время называла Платона сыночком, маленьким. Показушно обнимала и целовала в носик. Маша думала, это у них так принято. Но дальше больше. Эльвира Васильевна потребовала, чтобы и Маша называла ее мамой. И началась такая забота, что аж дышать трудно. Мам, мы пошли! Да-да, деточки, бегу-бегу. Я здесь вам бутерброды приготовила, чтобы перекусили. Тебе сыночек с колбаской, а тебе Машенька с сыром. И еще денежку вам. Тебе на бензин, а тебе, Машенька, на косметику что-нибудь купишь. Люблю вас. Мои вы золотые, мои вы родные. Я уже скучаю по вам. Ну, сыночек мой, у меня дел много очень. Я уберусь в доме, а потом еще и пирожков тебе сделаю. Мой ты любимый, мой Платон, ты красавчик, мой ты хороший. Да-да-да, Машенька, ну беги-беги, Машенька заждалась, беги-беги. Деточки, мои вы золотые, люблю вас, мои вы хорошие. Ну пока-пока, пока-пока. Ты ваша телячья нежность. Что ты начинаешь? А пироги это хорошо, пироги я люблю. Что хорошего, постоянно мучное на ночь. Понимаю, чего так раздражена? Ты ж на самом деле никуда не опаздываешь. Не выспалась? Не выспалась. Поехали. Вроде как мальчик женился, а в то же время это мальчик, не мужчина женился. Она свекровь для невестки, а для своего сына она все та же мама, а он остается в роли того же маленького мальчика, который просто почему-то вдруг привел в дом еще одну женщину. Здесь такая тема прослеживается. Во-первых, нежелание расти, нежелание сепарироваться. То есть отделения от матери однозначно нет. Раз нет вот этого желания отделиться от мамы, уютное гнездышко, которое мама создала, все готовенькое, еду готовить не надо, убирать как, в квартире тоже, скорее всего, это все делает мама. И поэтому девушка, которая, в принципе, скорее всего, имела свои отличные от парня представления о замужестве, о семейной жизни, потихонечку, сначала поведясь на вот этот вот уют, удобства, которые уже готовы, не надо создавать, ее потихоньку начинает это все раздражать. То есть она понимает, что данная картина не соответствует ее представлениям каким-то. У них не идет развитие. То есть она как будто попала
попала, ну, как в болото какое-то, да, и ты потихонечку начинаешь прилипать. И акцент весь идет игра, да, игра взаимоотношений вокруг, собственно говоря, матери и ее сына. А она, ну, как будто тут такое приложение. Платошенька, котлетки твои любимые, оладушки, а пирожок к чаю. Машенька, а тебе огурчики, это с нашей дачи. Твои тоже любимые. Ой, детки, чем бы вы питались, если бы не мама? Я вот вам все приготовлю и на стол поставлю. А сами что бы ели? Только пиццу да пельмени. А отсюда язва да гастрит. Вы ведь на работе? А, кстати, как там на работе? Машенька, ты квартальный отчет уже сдала? Видно, устала. Да нет, все хорошо. Все хорошо? Ой, а я как устала сегодня. Пока шторы погладила, а потом их повесила, а голова как закружилась. Но я посидела, и все у меня прошло. Все хорошо. Слава Богу, детки, что мы с вами вместе, что у нас все с вами прекрасно. Мои вы золотые. Мам, тут такое дело. У Маши скоро день рождения, и мы решили в Турцию слетать. Сейчас скидки на путевки. Всего 2 недели. Как так? На 2 недели в Турцию? А я как? А моя тахикардия? Мам, тебе плохо? Подождите. Может, скорую вызвать? Ой, не надо скорую. Сейчас. Ой, на 2 недели в Турции. Ой, ну ладно, все хорошо. К сожалению, очень часто взрослые люди, скажем так, в зрелом возрасте начинают манипулировать здоровьем, то есть давить на жалость, на чувство вины. И, скорее всего, они это могут делать даже подсознательно, ну, некоторые осознанно. Это то, что в детях поднимает чувство вины, заботу, это почти 100% гарантия перетянуть внимание, включить в себя и стать центром вселенной на данный момент. Спустя 2 недели Маша уже сама пригласила институтскую подругу на кофе поболтать. Ей понравилось изливать душу Татьяне, да и после поездки в честь дня рождения было что рассказать. Звонила тебе на прошлой неделе, но телефон был недоступен. Да, я просто роуминг не подключала, да. Вспомнила, вы же с мужем собирались в Турцию. И как, 2-й медовый месяц удался? Да уж, удался на славу. Что не так? Поссорились? Да нет, просто полетели с моей 2-й мамой. А как провели отпуск, даже вспоминать не хочется. Ой, так оставили бы старушку в отеле, а сами бы отрывались. Ты не знаешь мою золотую свекровь. Как только мы делаем что-то не так, ее хрупкое здоровье тут же подшатывается. И она начинает вливать мужу, что, мол, нет, она ничего не просит, ничего не требует. Разве что только приходить к ней на могилку, когда ее не станет. Так это же спектакль чистой воды. И что, Платон верит в этот бред? Еще как. Она же его одна вырастила. Себе уже 3-й год ничего не покупает. Ему сыночку на новую машину с пенсии копит. Мне вон на день рождения сережки с сапфирами подарила. Да уж. Влипла ты, подруга. Но, как говорит моя бабуля, ночная кукушка дневную перекукует. Поэтому хватай своего Платона и бегом от такой свекрови. Ты сколько уже этот бардак терпишь? 3-й год. Не понимаю, как ты до сих пор не сбежала? Я сама не понимаю, как. У Маши достаточно терпения для того, чтобы жить в этой ситуации, но, скорее всего, оно приходит, скажем так, к завершению. И, наверное, долгое время она наблюдала. Наверное, она любит мужа, и ей хватило сил для того, чтобы быть в этом. Возможно, были надежды, что когда-нибудь это изменится. Возможно, эти надежды поддерживал муж. Все-таки это мама, и она скоро поймет. Платон, поторопись, я лифт вызываю. Вот еще бутерброды на дорожку. Давай я тебе здесь поправлю все. Ой, Платошенька ты мой. А пуговка оторвалась. Давай пришью сейчас тебе. Слушай, мам, нам сегодня Петя после работы придет. Ой, Петя придет? Да. Хорошо, почаевничаем, посидим с Олечкой. Так мне нравится эта пара. Они такие замечательные ребята. К сожалению,
Один. Он от Ольги ушел. Как ушел? Не знаю. Ну, хотя, если честно, мне Ольга в душе совершенно не нравилась. Она всегда такая расфуфыренная. А Петя бедненький такой, вот какой-то такой вот неухоженный. Я, между прочим, твоему отцу всегда вставала в 5 часов, чтобы рубашку погладить и завтрак приготовить. Ты у меня сыночек, посмотри, какой красавчик, с иголочки прямо. Еще и умный какой. Успех мужчины всегда в руках любящей женщины. Это у меня большая молодец, но мне пора уже. Ну да, беги, беги, а то Машенька совсем тебя заждала. Все, люблю, сыночек мой, люблю тебя, люблю вас, детки. Пока-пока, пока. С одной стороны, неудивительно, что у Маши испортилось настроение. Маша немножечко абстрагировалась и увидела картинку со стороны. Ведь действительно, несмотря на то, что она является женой Платона, стирает, обхаживает его по-прежнему мама, а не она. Получается, что и не Платон сам себя как бы за собой ухаживает, и не жена за ним ухаживает. По-прежнему эта функция осталась мамина, да? И Маша это очень четко сейчас увидела. С одной стороны, это неприятно, с другой стороны, это повод задуматься девушке, а что я, собственно говоря, делаю, и какая моя роль состоит, ну, в супружеских отношениях. А ты мой паспорт взял? Голова садовая. Беги скорее за ним, я пока машину прогрею. Сейчас. Это тебе твоя мама своими лирическими отступлениями голову задурила. Что она уже не так сказала? Все так, только непонятно, кому она это говорит. Не начинай, беги скорее за паспортом. Я же говорю, очередной Платошин друг разводится. Сбежал от своей благоверной к матери. Да-да, а что ты так удивляешься? Сегодняшняя молодежь, эти девицы, они кроме маникюра и педикюра ничего не знают. А потом еще себя красивую в Инстаграм надо выставить. Вот от таких пустышек и уходят наши мальчики. Любовь, говоришь? Да какая там любовь? Сплошная физика. Полюбит еще другую. Сейчас такого добра хватает. А вот мама одна. Я ведь говорила, по-настоящему любит только мама. Ну, ты со мной согласна? Да у нас все хорошо, слава богу. Раечка, да здоровья у меня хватает. Моей медицинской карточки и 5 страниц не наберется. У меня все под контролем. Сын рядом. У нас все, слава богу, хорошо. А если кому-то чего-то из домашних не нравится, то можно и артистку включить. Ах, моя тахикардия! Ну, что-то в этом роде. Раечка, ну не мне же тебя учить. А так, слава богу, все у нас хорошо. Что-то ты, подружка, мне давно уже не звонила. Ты как там? Каждый из нас на какую-то важную или стрессовую ситуацию реагирует по-разному. И здесь играет большую роль, насколько ты психологически сама сильна в выборе своих поступков. Если ты сильна, уверена в себе, да, то вполне вероятно, что Маша могла бы зайти и сказать: «Эльвира Васильевна, мне очень неприятно слышать то, что вы сейчас говорите». И это подтверждает, там, например, мои наблюдения. Но Маша не настолько сильная женщина, не настолько уверена в правильности своих поступков, поэтому эту информацию она приняла себе к сведению, возможно, где-то она ее шокировала, возможно, она наконец-то получила подтверждение уже каким-то своим найденным ответом, но просто боялась, да, поверить в это все, поэтому она выбрала стратегию уйти тихонечко.
Молодая семья Маши и Платона оказалась в непростой ситуации. Вот уже 3 года они живут под крылом свекрови. Эльвира Васильевна – милейшая женщина, но просто задушила молодых своей чрезмерной заботой. А как только они пытаются сделать что-то по-своему, хрупкое здоровье свекрови тут же пошатывается. Но за свежие пироги и щедрые подарки и не такое потерпеть можно. Пока однажды Маша случайно не услышала разговор свекрови с подругой. Маш, что так долго? Не могла паспорт спросить у мамы? Тебе не кажется, милый, что твоей мамы слишком много в нашей жизни? Что случилось? Какой петух тебя клюнул? Не петух, Платон, а курица-наседка, твоя мамаша. Я возвращаюсь домой, а твоя мама делится своими умозаключениями со своей приятельницей. Ну, прямо лекцию по основам благополучной семейной жизни читает. Ты что, подслушал? Нет, я оказалась невольным слушателем. Много нового для себя узнала. И заметь, это были не рецепты по домоводству. Ну и что? А то, что с меня хватит. Меня от ее заботы и любвеобильности уже просто тошнит. Сегодня же ей объявляем, что мы уходим жить на съемную квартиру. Так, подожди. Она же для нас старается. Хочет, чтобы нам было лучше. К тому же ее тахикардия. А в этом все и дело. Я сама слышала, как она по телефону говорила, что тахикардии нет и в помине не было. Ты попроси, пускай она тебе свою медицинскую карточку покажет. Да уж, твоя маман потрясающая актриса. Ничего не понимаю. Может, ты что-то напутала? Платон, хватит! Ты уже вырос из маленьких штанишек. Тебе нужна своя семья, а не мамина. Так ты кого больше любишь, меня или маму? Это что, ультиматум? Я выбирать должен, а? Значит так, сегодня же мы объявляем, что переезжаем жить на съемную квартиру. Благо, средства у нас для этого есть. А как же мама? Я так сразу не могу. Надо подготовить ее, предупредить. Соберем вещи, и там я об этом скажу. Я точно переезжаю. А ты со мной? Конечно, куда же я без тебя? Я же тебя люблю. Только давай-ка помягче ей объясним это все. Объясним. Но после того, что я услышала, я настроена решительно. Платон всю жизнь жил в истории опеки матери. И у него явно хорошо укрепилось чувство вины перед мамой, потому что очень часто он слышал: «Я растила тебя одна». И здесь ребенок как будто должен тоже что-то в своей жизни дать. И самое главное, что он может дать, это себя и свою жизнь. Так же, как когда-то мама отдала эту жизнь. И такому ребенку очень сложно оторваться и почувствовать, где моя жизнь, а где мамина, где я могу оторваться, а где нет. И, скорее всего, мама будет указывать эту границу, это место. Поэтому таким детям, вот таким, как Платон, в гиперопеке, в гиперлюбви, им очень сложно оторваться от мамы. Ну а что? Твоя мама еще не старая женщина. Пускай выйдет себе замуж и кудахчет над своим супругом. А ты мой. Перестань. Я жалею ее. Она ж меня одна вырастила. Все для меня делала и делает. Ну, на худой конец пускай собаку заведет. Если ей, конечно, так надо кого-то в носик целовать. Маш, ну это совсем. Это уже перебор. Ну а что? Она будет занята своими делами и оставит нас в покое. Пойми же, у нас своя жизнь, и мы должны строить ее по своему сценарию. Я понимаю тебя, но чувствую себя немножко предателем. А куда это вы? Да еще и вещи собрали. Ужин уже на столе. Мам, понимаешь, что такое дело? Мы... Эльвира Васильевна. Что? Мы сняли квартиру и решили жить отдельно. Благодарим вас за вашу заботу, но мы взрослые люди и сами будем брать ответственность за свою семью. Я прошу вас не устраивать этот цирк. Ой, мне плохо. Я слышала разговор с вашей подругой, я обо всем знаю. Я о вашей медицинской карточке тоже. Мне плохо. Мам. Мне плохо. Воды дай. Да, сейчас, подожди. Сынок, скорее. А мне вот интересно, вы действительно так любите своего сына, как говорите? Молчи, мерзавка. Ой, сынок, скорее скорую. Скорую, сынок. Мама умирает. Мама умирает, сынок. Все время играть какую-то роль – это огромное напряжение. И рано или поздно открывается истина, когда стресс, когда ситуация какая-то выходит из-под контроля. И вот здесь как раз ситуация вышла из-под контроля мамы. Играть она уже не может, и она высказывает истинное отношение, то, что она, в общем-то, очень даже недовольна невесткой. Она не соответствует ее ожиданиям и желаниям. В последний раз спрашиваю, ты едешь
Машенька, пойми, пожалуйста, я не могу ее сейчас бросить. Ты говори, что пройдет, я с ней спокойно поговорю и приеду. Делай, как считаешь нужным, только я здесь больше ни минуты не останусь. И еще учти, гостевой брак меня не устроит. Или ты здесь, или со мной. Люблю тебя. Я все улажу и приеду. Надеюсь. Сынок, неплохо, сынок. Сынок! Да-да, мама, тут. Неплохо, сынок. Мама поступает из эгоистических своих каких-то целей, да, и по той простой причине, что ей очень важно, чтобы она была всегда кому-то нужна. Но здесь быстрее все-таки вопрос про то, что она не готова своего сына вообще с какой-либо женщиной отпускать налево. То есть она пробовала, она примирялась, она пробовала терпеть еще одну женщину на своей территории. У нее это не очень хорошо получилось. И, собственно говоря, какая перспектива у Платона? Скорее всего, он останется со своей матерью до конца. Все-таки, если Платон хочет выстраивать отношения с женщиной, быть самостоятельным, иметь любовь и какую-то свою семью, я считаю, что в данной ситуации Платону все-таки стоит обратиться к психологу. Маша достаточно получила такой опыт свой, можно сказать, негативный, но хороший. Я думаю, что из этих отношений девушка сделает свои какие-то выводы. Может быть, несколько сценариев. Она может разойтись с Платоном, понимая, что, в принципе, это, ну, не тот мужчина, с которым бы она хотела жить. Второй сценарий, если все-таки она очень любит Платона и хочет сохранить свои отношения, она может ему предложить совместно пойти к семейному психологу, чтобы хотя бы так начать, ну, попробовать изменить ту ситуацию, которая имеется на сегодняшний день. В тот вечер Маша так и не дождалась Платона. Не приехал он и на следующий день, ведь Эльвире Васильевне нужно было делать уколы каждые 2 часа. Когда молодые люди наконец встретились, золотая свекровь передала Маше пакет с ее фирменными пирожками, а вот мужа так и не вернула. Платон говорит, что они живут с Машей раздельно временно, пока мама не встанет на ноги. Но Маша уже не уверена, нужна ли ей такая семья, где к мужу в придачу идет его мама.